Данное оборудование представляет собой машину ополаскивания МО 3000М. Оборудование предназначено универсальное, предназначено для ополаскивания флаконов от 450 и до пенициллинового флакона 10 мл. Вот данный аппарат настроен на ополаскивание флаконов 450 широким горлом. Значит, флакон устанавливается в держатель, включается сеть. Не заработает. Вращение держателя. Вот. За датчик времени задает время ополаскивания. Это время ополаскивания холодно-горячая вода, время ополаскивания дистиллированной водой. В зависимости от комплектации комплектуется либо так. Вот сейчас вращаются держатели. Держатели вращаются. Вот пуск цикла. Цикл установлен на 10 секунд. Происходит ополаскивание флакона. В течение 10 секунд флакон ополаскивается. Сработал клапан. Переходит на ополаскивание дистиллированной водой. Еще 10 секунд работает цикл. Вот. Можно открывать, вынимать флаконы. Не надо на ходу. Можно остановить, можно на ходу. Флаконы меняются. Вот вращение. Может, так происходит смена. И ершеватель как работает. Да, да. Также машина оснащена ершевателем флаконов. Ершеватель флаконов, ну, тоже управление простое. Вот, происходит ершевание флаконов. Покажи, какая чистая бутылка. Да. Чистая бутылка. Также машина комплектуется ершевателем для пенициллиновых флаконов и для флаконов 100 мл, 250 мл. Вот данный ерш на 450 мл. Управление примитивное, простое. Инструкция прикладывается к эксплуатации. Выполнены из нержавеющей стали. Пластик устойчив, кислотоустойчивый пластик. Устойчив к моющим средствам. Хлорсодержащим. Ну что-то все. Выключай. Все. Я тоже включаю.